Тихо, все спокойно, все живы. Привести в порядок памятник Герою Советского Союза Володе Ермаку в Воскресенском сквере и расположенный на площади Балтийского вокзала памятник монумента ополченцам Ленинского района 1941-45 годов. Кроме того, ремонт ждет установленный в 2010 году памятные знаки Героев Советского Союза Уварову и Харитонову. Расширяем весь спектр возможностей тупливого ума номинантов будущих. Начнется завтра в 16 часов. На выдемонт в Москве проходит тотальный диктант. Желающим принять участие в акции. Алексея Иванова. За ходом диктанта в Московской высшей школе социально-экономических наук наблюдает Андрей Поздняков. Тотальный диктант Шанин читает исполнителя Павлова. И человек тут, и машина, и куда он тут летел? Он летел на красный уже явно. Красавчик, да? И бил, блядь.
пизда рулевое седло.